Это надо видеть. Вот он льет воду. Навалили кучу. Так, теперь он идет в лужу. Это благоустройство называется. Блин, я с этой технологией вообще охренею. Эта куча лежит уже часа три, она уже затвердела. Что-то они ее навалили и забыли. Вот он набрал. Идет. Это вот все, это вот. Уже пятую неделю эта херь продолжается. Вот он. И вот он так льет. Он уже не первое ведро выливает. Просто я снимаю. Это благоустройство. Это вот такие супер техно. Не ракетную шахту делает, но все-таки. Вы понимаете, в какой мы в жопе, в каком ужасе. То есть, что у нас рулится? Так, теперь они идут. Вперед из песни, короче. Узбеки и дегенераты, короче. Это кто-то школьников в армию собрался брать. Ну, там вот это счастливые эти обладатели машин. Они хотели, боролись за площадки. Куда они поедут по этим вот всем? Тут вот новая пирамида строится. На зависть египтянам. Да, и воды нет, конечно. Да и не все же хорошо. Вот этой нет. А это вот холодная, ну все открыто. Вот это весь напор, короче. Весь могучий напор. Но это уже, ну, вообще как бы. Только счета приносит.